Друзья, всем привет! Меня зовут Настя, и в этом видео я хочу рассказать, как прошли наши роды в Испании, сколько нам это стоило, вообще почему именно Испания. Первое, я хочу что сказать, это мы не приехали сюда просто непонятно куда. Давай родим в Европе. Давай. И все, и взяли, и поехали. Нет, мы, конечно, бесстрашные люди, очень на такой степени. Поэтому приехали сюда к семье моего мужа. Здесь живет его дядя со своей семьей уже около 20 лет. Поэтому они нас позвали сюда. И, конечно же, они нам очень сильно помогли. Если вы нас смотрите, то спасибо вам огромное. Первым делом, конечно же, что нужно сделать, это прописаться. Прописка здесь не так, как у нас, что невозможно прописаться, если ты не являешься владельцем. Это не сложно, это сделать 3 минуты. Потом мы пошли в центр де Салют. Мы пришли туда, нам сделали временную карту СИП. Сейчас я ее здесь покажу. Мы ее сделали, и она действует полгода. То есть каждые полгода мы ее обновляли. Второе. Мы не знали языка. Нам очень сильно помогали вообще родственники моего мужа с языком, с переводами. Ходили вместе со мной на обследование, которое нужно были. Еще раз скажу им спасибо, потому что без них мы бы не справились, это точно. Стала на учет, мне было почти уже 4 месяца, наверное, раз в месяц, не чаще. Я приходила на обследование и сдавала обычные стандартные анализы. Это кровь, моча. Потом уже немножко дальше, когда срок был больше, естественно, ставили мне прививку от коклюша. Я пила там раствор на какие-то там, какой-то раствор сладкий. Давала скрининг и УЗИ, конечно же, плановые УЗИ были определенно период. На УЗИ нас отправляли в большой госпиталь, называется госпиталь Лафе. Так, это гайбольница, самая большая. Или одна из в Европе. В общем, она нереально огромная. Нереально. Очень классное здание. Находится он в Валенсии. Очень большой. И я была очень рада, что именно там мы будем рожать. Были все очень приветливые, очень милые. Ну, в общем, класс. Ну, правда. Впечатление у меня очень хорошее о процессе вообще самой беременности. Ни за что, ни за один анализ, ни за УЗИ. Не за скрининг, мы никому ничего не платили. Если у нас ты обязательно должен положить в карманчик, то здесь абсолютно ничего. Дальше. У меня уже был срок, по-моему, 20 недель. Это был такой... Никому мы не рассказывали об этом. Мы пошли на скрининг. И я тогда пришла одна, потому что мой муж тогда работал с дядей, они были на работе. Я пришла сама. Я очень часто ходила сама, я все как бы интуитивно понимала. И мне сказали, что они не могут со мной разговаривать, им нужен человек, который знает испанский, сможет перевести и вообще ему объясниться надо. Я очень сильно распереживалась. И приехал дядя Данин, и начали говорить о том, что у нас какая-то там вероятность, доля, мини-доля, не знаю, в общем, подозрение, то, что ребенок будет синдромом Дауна. Конечно же, когда я это услышала, я чуть со стула не упала, я начала плакать, у меня была истерика, потому что как так вообще... Естественно, конечно, они говорят, это маленький процент, но мы должны об этом предупредить, то есть это не 100%, как бы, а УЗИ у меня все нормально, то есть не было никаких отклонений, все было нормально, ребенок развивался вполне адекватно, нормально, хотя на самом деле я должна была вести себя немножко по-другому, быть уверена, что у меня здоровый ребенок. И нам предложили сделать такую прокол живота, взять оттуда околоплодные воды, чтобы узнать, точно ли. И я вам скажу, мы решились на это. Хотя, на самом деле, мы читали в интернете, что этого делать нельзя. И я доверилась врачам, которые там. Это было совершенно не больно. Мы пришли, меня завели в кабинет, положили, и я взяла руку медсестры, потому что мне было очень страшно. И вот такой иголкой примерно они вводили мне в живот. И малышка даже никак не отреагировала. Ну, может, кто в курсе, знает, что это вообще это плохо, это не надо делать такое. Это может быть выкидыш, это может быть преждевременные роды. В общем, это может быть все что угодно. Я тогда этого не знала, у меня был... Да, то есть это у меня был какой-то шок. Вообще, я была готова все что угодно сделать, чтобы узнать точно, наверняка. Мы это сделали и ждали мы, чтобы вы понимали, месяц. Это были, наверное, самый страшный месяц в моей жизни, потому что ты не знаешь, что тебя ждет. Но, слава богу, все было хорошо. И на 30-й неделе мы поехали, рассказывали об эпидуральной анестезии.
она колется сюда в поясницу. И все. И ты как бы не чувствуешь боли, не чувствуешь схваток и спокойно рожаешь. Срок у меня стоял на 1 августа. И вот уже 1 августа. И ничего. Софишка засела там. И мы поехали на УЗИ, нам сказали, а если вы в течение недели еще не родите, то будем вызывать роды. Я хотела быстрее уже родить, потому что я уже устала, было жарко. Это август месяц. Не задумывалась о том, что может быть еще немножко походить, может быть дождаться. Не знала, что вызывать роды это очень больно. 9 августа. Нет, 8 августа. Мы приезжаем, смотрят меня на кресле. Говорят, что вообще раскрытия у меня нет, родовой деятельности у меня нет. И мы с Даней, ну, конечно же, он был со мной, мой муж, и без него я бы вообще не справилась, конечно. У нас были парные совместные роды. Первое, что мы сделали, меня подключили к ЭКГ. Я сейчас покажу вам видео с того момента. Как себя чувствуешь? Хорошо, да? Пока да. Вот так вот. Что этот аппарат считает? Сладкие и сердечко. Нас кормили, приносили еду. Вообще у нас была такая палатка отдельная, мини-палатка. Шторками просто оградена. Там была первая стимуляция, я таблетку выпила. Вот я лежала, ждала. И нас положили ночевать. Потому что мы целый день пролежали. Девочки со мной рядом уже там понарожали. А я все лежала и лежала. За король. Как дела, Настя? Самое классное, что мы за это вообще ничего не платили. Вот это, наверное, самый такой плюс большой. Потому что если ты приезжаешь просто хочешь родить, то это от 5000 евро, не меньше. А с пропиской вот так вот все бесплатно. И на утро мне уже поставили окситоцин, вену с капельницей. Я лежала тоже с этими присосочками, с КТГ. Это был ужас, потому что ты не можешь не встать, у тебя схватки. А я не могла не встать, ничего. И потом, когда у меня уже было, мы пролежали целый день, и где-то в 5 часов вечера у меня уже было раскрытие, по-моему, 4 пальца. И они говорят, ну все, прокалываем пузырь. И тут, внимание, вот так, прокалываем пузырь, говорят. И тут начинается самое интересное. Я просто начинаю рвать. Меня начинает рвать. У нас, кстати, была такая отдельная комната, предродовая и родильная. То есть это сразу было одно такое помещение. Даня был со мной, естественно, вместе. И у меня уже было, наверное, 7 пальцев открытия. И были схватки такие, ну, я не знаю, просто я уже не могла их терпеть. Потому что мне вызывали роды, а когда вызывают роды, это больнее в 3 раза. Чем когда они просто сами начинаются. И все. Я сказала, колите мне, пожалуйста, эту анестезию быстрее просто. И приходит мужчина, ангел-хранитель. Так идеально вколола эту анестезию, я вообще не почувствовала, что вы понимали, там такая иголка засовывается в спину вот так вот. Дается тебе пультик, и ты сам регулируешь анестезию. Но знаете, в чем плюс этой анестезии? Что я все чувствовала. Я не чувствовала только схваток. Я чувствовала свои ноги, я знала, когда тужиться. Я чувствовала, но вообще не чувствовала боли. Я проснулась где-то в 9. И мне говорят, у вас уже полное открытие. И приходит женщина, пересменка. Приходит женщина Клара. Вот такой приглушенный свет. Мы просто болтали. Так, ну что, давай попробуем вот так в этой позе. Давай попробуем в этой позе. Не было какой-то суеты, она была одна с нами. Она выходила, оставляла нас в здании. И говорила, ну ладно, вы сейчас попробуйте потужиться, а я пойду по своим делам. Самый смешной момент был, она говорит Дане. Иди, говорит, посмотри, иди сюда, посмотри на это. Смотри, головка лезет. Смотри, головка. И все. Она говорит, ну все, сейчас будем тужиться. И она позвала всех докторов, которые были. Там было человек 5, плюс аспиранты какие-то, которые смотрели. Родила Софи. Не сразу положили на живот, ее никуда не забирали.
Даня взял Софию и говорит: папочка, идемте, взвесим ребенка. И сразу потом принесли ко мне. Меня положили на этой же кровати, точнее, эту кровать переставили на такую каталку и отвезли на скорую. И все, больше мы не расставались. Ребенок родился совершенно здоровый. Сантиметра, была отдельная комната, все было супер, врачи были шикарные, после обращения было классное, мы лежали еще неделю, потому что у нас была желтушка. Давайте. Ты что, Джеймс Бонд у нас? Ни за что мы не платили, нам давали там, кстати, сумку в роддом мы не собирали, потому что все давали там, вообще все, водики, памперсы, салфетки, все. Еще должны были дать набор, который дается после выписки, но нам не дали, я не знаю почему, потому что мы иностранцы, по-моему, у нас не было этого ДНИ. Я очень рада, что я родилась здесь, именно в Испании, потому что, ну, относительно так, я скажу, у меня были тяжелые роды, и не знаю, наверное, бы, если бы у нас я рожала, мне бы сделали кесарь, я думаю, точно, они бы не ждали так. Были прекрасные врачи. И реально я желаю каждому приехать и родить здесь, потому что условия для этого просто шикарные. Нас выписали, и потом мы уже поехали делать документы для Софии. Это Libro de Familia, это такая книга, семейная книга. Обязательно там я, мое имя Данина, наших родителей Дани, София. Такая книжица. Их свидетельство о рождении. Все это было на испанском, поэтому теперь у нас София. Испанка. Естественно, единственный момент, она не получает гражданство, как в Америке, например. Об этом я расскажу в следующем видео. Спасибо большое, что досмотрели до конца. И, и еще, рожайте только вместе. Блин, вот это точно.